Всем привет! Сегодня уже 20 числа, конец июля, и я хочу немножко показать свои колиусы, которые высажены в огородике, вот из семян и просто из черенков. И хочу сказать, что семена, которые я покупала, Гавриш, это семена, именно такие колиусы, которые там на картинке, они полностью не совпадают. Ну вот, собственно говоря, вот такие вот они выросли. Вот коричневато-оранжевых тонов. Вот, а эти у меня посажены из череночка. Вот. Это черный принц. Вот. Это немножко побило их градом. У нас был град недавно. Вот. Вот так он цветет таким способом. Вот эти вот веточки нужно отрывать. Это чтобы листья были красивые, чтобы не теряли свою декоративность. Я их обычно убираю. Ну, это на тех сортах, которые более вам нравятся, более яркие. Вот. А такие они... Просто, чтобы их не выбрасывать, я высадила, и вот они сейчас растут в огородике. А это такой красавец бальзаминчик. Бальзаминчик я очень люблю. У него такое обильное цветение. Он неприхотливый и в комнате, и на улице. Вот. У него такие полные розочки. Вот. Ну, просто красавец. Он очень хорошо укореняется, размножается и растет как дома, так и на улице. Вот. А рядом бальзаминчик. Вот такой вот. Ну, этот бальзамин, он по сравнению со вторым такой более хиленький. У него даже листья, вот как видите, различаются. Тут листья вот крупные, светло-зеленые, тут трошки темнее. Вот такие два бальзаминчика. Вот такое цветение наблюдаем у колиусов у наших. Такие метелочки синие. Но еще раз повторюсь, что их нужно, если вы хотите добиться, и у вас красивые сорта, вы хотите добиться яркости их листьев, вот эти метелочки нужно просто отщипывать. Вот. Ну, здесь я не отщипываю. Вот. А в основном это вот так нужно вот сделать. И тогда уже вся сила не будет уходить на эти метелочки, на цветение, потому что колиус, красота в нем не в этих цветочках, а в его листьях. Вот эти кусты, которые у меня самые яркие, самые красивые, я их на зиму просто выкопаю, посажу в горшочек, и они будут у меня расти уже зимой дома. Участочка традисканция, это каланхоя. Вот такое оно на улице, оно не цветет, не знаю какого цвета, тоже высадила. Вот фуксия, она цветет уже вторую неделю, не переставая. Такая вот красавица. Вот также тут колиусы немного, это традисканция зебрина бело-зеленая, пеларгония ампельная, такая она сейчас цветет на улице. Рядом тут перчик. Вот такой. Колиус ситкриазия. Прямо под ней вот растет плектрантус, такая вот комнатная мята, и зебринка рядом с ней. Сочки у меня такой вот красавец колиус растет, очень его люблю за его необыкновенно желтые оранжевые листья. И тут
бальзаминчик. Он такой вот розовый и темно вот такой фиолетовый. Их тоже я к зиме выкопаю, горшочки. Пересажу. А это бальзаминчик садовый, который я садила как комнатный, а получился таким. Бальзаминчик из моих семян. Вот такие вот кустики, которые я садила 3 посева, и получились, что нужно было их высаживать на улицу. Мои мальвочки посадила в этом году семена, смесь различных. Вот пока что они не цветут. Вот такие вот выросли. Тут ряд их возле заборчика. Вот. Я их просыпала. Дождик сегодня их полил. Вот такие мальвы. Будем ждать цветения. Правда, я не знаю, когда они будут цвести. В этом году или в следующем. Знаю, что они многолетние. Буду подожду цветения и сниму их красоту. Роза красавица наша. Красавица. Расцвела. Красавец. Красавица. Цвет. Кошечка, хороший котик. Вот кусает его, кто-то его кусает. А. Кисенька. Желтая. Георгинка. Герань яблоневый цвет. А эту я не знаю, как называется. Такая геранька. Уже обсыпалась немного. А эта начинает только расцветать.